Доброе утро. Доброе утро всем. Я вот хочу настроиться. Привет, Наталья. Вы первая. Девочки, вы тут. Это я сейчас обращаюсь к нашим фанам. Хорошо, что вы пришли, потому что сегодня, наверное, будут сказаны важные какие-то вещи для женщины. Красноярск на связи. Так, как бы нам еще в этом эфире, чтобы скрыть... А, вот выключить комментарии. А как я их буду смотреть? На записи, как выключить комментарии, не знаете, чтобы мы как-то потом видели нормальный эфир и Женю было видно. Хорошего вам дня, Краснодар. Ой, я вчера провела целый день в стоматологическом кресле, не поверите, с 12 до 11 вечера. Это какой-то кошмар, но зубы стоят того. Это важно. Украина, привет. Ой, боже, как я хочу в Одессу. Киев. Тоже скучаю по вам. Как часто я снималась раньше. В вашем прекрасном городе. Каштаны расцвели еще, нет? Вот, сегодня я хочу вас познакомить с невероятной девушкой. И пример того, как вот мы... сами выбираем, как жить, как где жить. Я вот думаю, это будет разговор двух женщин, которые, одна из которых живет в мегаполисе, выживает, так скажем, растит детей, делает карьеру. Вот. А Женя Волк, мы с ней познакомились, я не знаю, ну лет 20 назад, наверное. У меня был, вернее, есть замечательный друг Женя Волк из Питера, Аркаша Волк, вот, и он меня познакомил с своей женой, Женей Волк. И я просто поразилась, какая она красивая. Знаете, бывают вот такие вот люди, ну просто ты смотришь на него и думаешь, ну и вот она киноактриса, ее надо срочно снимать в кино, я даже... Сказал Сергею Александровичу Соловьеву, что это абсолютно его типаж такой чеховский, тонкий, неуловимый, очень естественная, натуральная. Вот она какая-то, не знаю, уж меня называют инопланетянкой, но она точно инопланетянка. Я, видимо, с планеты какой-то Марс или Юпитер, а она абсолютно с Венеры. Вот. И так получилось, что потом они уехали жить на Панган. Вот. Панган находится в Таиланде. Там они родили своих двух очаровательных девочек. И, я так понимаю, даже продали квартиру в Петербурге. Ну, это уже не важно, но то, что они выбрали жить в красоте и каждый день дарить своим детям вот это то, что мы получаем, когда приехали на... отпуск, или кто-то вообще по телевизору это смотрит, мы уже последний год вообще лишены этой возможности. Вот, 11.01, я хочу ее как-то пригласить. Так, добавьте комментарий. Нет, подождите. Не хочу добавлять комментариев, я хочу пригласить прямой эфир Женю. Так, Ения Волк. Вот она. Смешное сочетание наших фамилий из стаи Волковых. Вот, поэтому мы на эту тему долго смеялись. Еще с Аркашей, вот я Волкова, он Волк. Вот. И... там не будет комментарий. А вот я когда-то сохраняла комментарий... А потом, когда сохранить, наверное, выключить комментарии, да? Будет такая опция, не подскажете?
когда у меня спектакль, я не знаю, пока мы сейчас репетируем, готовимся к тому, чтобы у нас был еще спектакль, то что на двоих, конечно, легче будет к вам приехать, потому что спектакль, который сейчас у нас опять возобновляется, Москва-Владивосток, там 5 человек, это очень сложно привозить. Но тем не менее мастер Маргарита ездит как-то. Вот, привет, Сочи, Нижневартовск, привет, Обнинск, Приморье. Вы будете в 4-м сезоне «Скорой помощи»? Ну, посмотрите, я же все время выкладываю со съемок сторис и все такое. Значит, угадайте, буду я в 4-м сезоне или нет. Вот. И Женя занялась... Где же она у нас? Почему она не приходит? Евгения Волк. Отправим запрос. У нее там плюс 5 часов, я так понимаю. Вот, и она занялась, ну как, она, наверное, чувствовала, чем я хочу заниматься, чем можно заниматься в Таиланде, да, на Пангане острове. Вот, и она занялась всякими женскими практиками, медитациями, ну, потом, так как она родила двух девочек, у нее возникла потребность написать книгу, и называется «Лунный принц». Такая фантасмагорическая книга. Там король Луны, королева Луны, лошади, значит, там летают. Ну, очень-очень добрая, красивая получилась книга. Я думаю, что если вы заинтересуетесь, ее можно... Почему не может? А почему она не может присоединиться? Как это возможно? Почему? Сейчас я буду рассказывать про молодость, чувствую. Вот, но мне почему стал интересен этот эфир? Да вообще просто я Женей давно не виделась. Во-вторых, может, мы там хоть увидим чуть-чуть красоты Бали из наших скоро апрельских каморок. Но весна неизбежна, я приехала вот на дачу, у меня чуть-чуть есть передых перед съемками опять большими, опять вылетами, вот, прилетами. Я приехала и смотрю, уже солнце, уже у меня тут рассада не нуждается в подсветке, которая находится на южном окне. Почему Евгения Волк не может принять 11:05. Примерно если в деревню жить. Привет, привет. Привет, Одесса. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Как я по вам скучаю, боже мой. Самый прекрасный город на земле. Вот. Почему Араш сказал, что Ариф погиб? Слушайте, это был телефонный звонок. А, там случилась авария. Кто-то сказал все, но это же не всегда так бывает. На это и существует скорая помощь, чтобы в самых сложных ситуациях отправить человека в реанимацию, если приедет вовремя. То всегда есть шанс спасти человека, и врачи скорой помощи делают все каждый раз всегда. Главное, чтобы вовремя. Почему не может присоединиться? Так, секундочку. Все сразу начинают писать. Правильно же, сегодня 20-й, я ничего не перепутала. О, привет, получилось, боже. Да, чудесно. Я немножко опоздала, тут у меня детки Да, как хотели. ты
Переехали, нормально все. Переехали, да. Ну вот классный дом, но может быть еще что-то даже будет, посмотрим получше. Что-то у меня со светом. Как у вас там жарко? Да, у нас там тепло, мы живем в Убуде, это такое место на Бали, которое переводится как исцеление, то есть место, где такие энергии, где вот отдыхаешь, исцеляешься, наполняешься. Да, я там была, знаешь, один раз в этом каком-то отеле, который Манго 3, такой отель, там даже подвешены манговые такие деревья для медитации, ну, то есть домики в деревьях, там, ну, делают всякое спа. И такой там сплав, там такая, я даже была там на сплаве, Убуд, конечно, потрясающее место, да. Там живут художники всякие, там, конечно, бродить по улочкам Убуда. Удовольствие. Владика, он же живет в тропе художников, Влад Монро, помнишь? Да, да. Он там? Ну, он, его нет в теле, но он там последний... прожил, да. Да, я просто не знала, где. Я знаю, что с ним случилось, но да, в общем, конечно, трагичная история, но я очень рада тебя видеть. Ты, как всегда, богиня вообще красоты. Хоть сейчас на обложку. Я-то, видишь, там я сегодня тоже решила без фильтров, без всяких, не накрашенная. Ну, я, понимаешь, хотела сегодня вот так поговорить, и всем, я думаю, интересно, моим подписчикам. Мы с тобой как бы в разных весовых категориях. Ну, я там, понятно, старше, но тем не менее. Как я как человек, который живет, ну, в постоянном стрессе в мегаполисе, да? Как мне спастись? Потому что бывает там силу даже там учета, там возраста и все. Очень такой стресс, который ты не можешь с ним справиться, да? Возможно ли, влияет ли место на то, что ты можешь себя как-то с помощью медитации или, ну вот, расскажи нам всем, я хочу просто еще раз, я рассказывала про тебя, да, раньше вышла, говорю, что ты уехала красоту жить осознанно, да, и в какой-то момент тебе пришло сознание, чем ты можешь помогать людям, да, ну вот какие-то практики родились, как они вообще, расскажи, мы с удовольствием на тебя посмотрим красивую такую и послушаем. Да, Катенька, вот ты же помнишь, да, когда мы жили в Санкт-Петербурге, ты приезжала к нам тогда. Да. Прекрасное время, на самом деле. Рубинштейна, такое тоже красивое место. Ты видишь, родилась быть в красоте. Да, и в какой-то момент я почувствовала, что моя экстрасенсорика сильно возрастает. Я перестала принимать алкоголь, перестала там какие-то вот ночные увеселения делать, да, и стала такой более природный образ жизни вести, просыпаться пораньше, ложиться, не выпивать. И на фоне этого, то есть у меня стало переключаться сознание, то есть оно стало очищаться. И в какой-то момент я почувствовала, что моя кожа прямо оголенная стала, что я прям оголилась, и я стала слышать мысли людей, и стала чувствовать, что они думают про меня, что они вообще, что у них происходит. Вот этот вайб, по улице шла, я помню, на ингары йогу, на Пожуковского, и вот об этом думала. И потом, когда я зашла туда, я в какой-то момент поняла, и там была такая вывеска, такая была написана, что обучение йоге 2 года. Я так думаю, классная йога. Тогда еще, ну вот я только начинала, думаю, ну 2 года здесь в этом городе. И я просто поняла, что если я вот останусь, то я просто погибну. Вот как-то вот мое тело просило, чтобы я дала ему передышку от этого всего и сменила пространство. И я последовала очень за этим. И это дало, конечно же, мне наполнение. Я уверена, что, конечно, мы можем делать практики, можем медитировать, но необходимо еще для каждой женщины, да, и вообще для человека получать отдых в жизни. Отдых, когда ты никуда не бежишь, когда ты можешь хотя бы на неделю просто выключиться от процессов и... Ой, у меня тут Zoom тоже хочет поучаствовать, это моя собака. На улице начал что-то показывать, что он там хозяин, и это его территория. Да, давай, прости, я тебя перебила. Да, ничего, да, это собака. Так, вот,
Я понимаю сама, потому что я вообще я бегу как белка в колесе. Вот я иногда задумываюсь, у меня было пару раз, я понимаю, о чем ты говоришь, когда я уезжала там на Гуа, да, и хотела Да, остаться там. откуда лысая была. Просто, ну, как бы другая. Потом я уехала в Таиланд тоже, там подруга у меня там живет, которая тоже выбрала эту жизнь, да. То есть, я не хочу, я не могу жить во Владивостоке, да. Там холодно. Она говорит, для меня всегда стресс. Ну, то есть, я понимаю, что... Но с другой стороны, я понимаю, что я не могу уехать, понимаешь? Но это страх, который первый, ну, наверное, такой. Но я понимаю, что у нас всех есть там ответственность разного рода, да. Но я видела людей, которые там... Я говорю, а как школа, а как что делать, да? То есть сразу возникает много «но». И ты как бы накручиваешь, накручиваешь, и говоришь, нет, это невозможно, но possible. Ну, да, и как бы, ну, все, я пошла дальше тянуть, значит, лямку, да, опять ты впрягаешься и идешь. И идешь ты как бы каждый день, и ты приходишь к тому же, ты зарабатываешь те же деньги, которые обеспечивают эту же жизнь. Больше ты не зарабатываешь. И ты думаешь, я опять иду, работаю, и я опять получаю эти деньги, раздаю я всем, ну, всем, кто там идет со моей по жизни, с моей, с, ну, со мной, и я дальше, опять это утро, понятно, вечером ты приходишь после этого стресса, тебе хочется выпить вина, ну, да, и это утром ты встаешь, раньше там как-то ты выпивал вино, это вообще было легко, ну, там, в студенческом возрасте. Сейчас даже вот от 2 бокалов вина у меня с утра просто нет опять сил, но ты опять волей превозмогаешься, опять встаешь, опять лямка и пошла, да? Вот скажи, как ты вообще, ты еще родила там детей, да? Я вообще, вот с точки зрения вот людей, которые вот в городе вот так вот зависли, и у них много обязательств, я безбашенный человек. Я мало того, что я сама уехала, я еще мужа потащила, и, то есть предложила ему, и он за мной тоже уехал. И, кстати, он счастлив, потому что он успешный был продюсер, и у него всегда все получалось в городских условиях, потому что он умеет генерировать энергию и как-то ее монетизировать. А здесь он тоже вот обрел как бы большее спокойствие, он не жалеет. Но дело даже, Катя, знаешь, о чем я хотела сказать? О том, что дело даже не в том, что ты уезжаешь куда-то или еще что. Дело в том, что как твоя жизнь настоящая наполняет тебя. Вот насколько мощно у тебя идет поток твоей жизненности, твоего вдохновения, твоей силы. Потому что если тебя прет, да, ты же знаешь, бывают такие периоды, ты творческий человек, когда начинает переть, и тогда неважно вообще, где ты находишься, тебя просто прет. А когда человек начинает изменять себе, когда он начинает именно вот эту лямку тянуть, так, он считает, что у него есть обязательства какие-то определенные, ментальные, но ему уже это тяжело делать, это уже против его воли, по сути, такое как бы самовольное насилие получается над собой. И это тяжело, действительно, и мы этим изменяем себе. Просто кажется, шаг за шагом, может быть, неся какую-то старую программу, может быть, даже это родительская программа, там, да, нужно там. Ну, потому что есть у нас формула, как жили мамы, папы, бабушки, да, они работали, они все работали, мы так учим своих детей, я так детям говорю, если вы не будете работать, ну, как бы, с вас еще больше спрос, например, потому что у вас там знаменитые родители, да, с вас будет, ой, а это вот этот, да, там, это сын Лимонова, я всегда говорю, ты должен читать, ты должен изучать языки, да, ты должен быть физическим. Папе, Да. да, это вкладывает, конечно, сильный прессинг на психику человека, ребенка, да. Ну, согласись, да, что ты должен кому-то соответствовать, а у него может возникнуть страх, что, например, он не сможет соответствовать, так как ты от него ждешь, потому что он же тебя любит, Ну, он так же я хочет. хочу его, я же как мать, хочу ему как подстелить соломку, да, ну, я его предупреждаю, что с него будет спрос больше. Ну, чем с остальных, которые просто, ну, невидимки, да, и они, может, счастливее от этого, что у них нет вообще никаких, ну, там, притязаний или что-то там, уровня, да, куда ему надо стремиться. Он свободный, и он может, ну, мечтать. Чем больше мечтает человек, тем больше он достигает, да, там, ну, если он Да. правильно делает шаги. Вот, но ты мне расскажи, вот, ты уехала, и с Да. тобой там
включила самые прекрасные женские моменты, да? Очень прекрасно. Зою, да? Ну, я еще родила Еву в Петербурге, и это Еву, были домашние. Да. Еву, да. Дочка... А в Ханочку я уже родила уже на Пангане. Да, а ты в Петербурге родила Еву? В Петербурге родила Еву, но уже в домашние роды, уже была в этой теме духовности, уже перестала все употреблять. И ты начинала... мясо исключила, да, или что? Мясо, да, исключила мясо. То есть, и с мясом у меня был достаточно долгий диалог, то есть это такой вот процесс, достаточно глубокий. И вот сейчас я могу сказать, что на данный момент я вот буквально еще большую глубину почувствовала о том, что, принимая в себя пищу, которая состоит из насилия, я начинаю, ну, как бы транслировать, ну, то есть оно во мне. Быть агрессивнее. Ну, не то чтобы быть агрессивнее, просто я принимаю то, что это совершили, я понимаю, что мое тело может напитаться совсем другим, да, то есть не совершая больше насилия на этой земле, не плодя. Оно может съесть что-то другое, и оно... любит это есть, да, и то есть я просто поняла, что я не, вот просто вот какое-то глубокое осознание пришло еще на новом уровне, что я просто, мне это не нужно, то есть я осознаю, что я делаю, я вот стараюсь осознавать, что я делаю, я совершаю по-прежнему там ошибки, да, эмоциональные какие-то, и я просто потом всей душой, знаешь, возвращаюсь к этому и пытаюсь наполнить себя любовью, знаешь, чтобы не уходить в это чувство вины, что я что-то не так делаю, а попробовать сначала себе, да, если я что-то... И то есть и стараюсь жить осознанно, то есть я понимаю, что я делаю поступок, а за этим поступком целая вселенная, понимаешь, находится, то есть там... И я стала осторожнее жить. Если раньше... Да, если раньше я там могла вот во все тяжкие пускаться, вот когда я была там молода, и, то есть, и не было границ, хорошо, то сейчас я очень на мягких лапках иду. Сейчас я больше чувствую людей, вот, не стараюсь, я эмоциональный очень человек, я стараюсь не конфликтовать с ними, если я, ну, то есть вот лишний, да, то есть вот какие-то эмоции я свои выпускаю, да, вот сколько... идут, но я не углубляюсь там в какие-то скандалы, не расковыриваю себе психику, то есть я стала больше мягче к себе относиться, к своему состоянию. И я понимаю, и когда ты обращаешь еще на себя внимание, когда люди за тобой следуют, когда ты занимаешься расширением сознания, потока, через тебя начинает больше света проходить. Это значит, больше энергии ты начинаешь пропускать. И, соответственно, эта энергия усиливается, и можно так ее слить, понимаешь, в какое-то негативное русло, а можно эту энергию направить в позитив, то есть приумножить этот свет. Это все в наших руках. Мы как бы все время находимся на, вот на этой чаше, где-то на чаше между светом и тьмой, где-то посередине, и управляем этим. И вот это вот самое важное — научиться вот управлять. То есть и иногда для некоторых, допустим, людей может стать щелчком это понимание, они осознают, что да, они не туда свою энергию направляют. Они вообще пришли для другого сюда, они делают совсем другое. Естественно, у них забирается эта энергия. Они не чувствуют этой энергии внутри, это циркуляция, это вдохновение жизни. Недовольство внутреннее, оно накапливается, накапливается, да. И потом выливается в какой-то там, да, негатив, да. Стресс. Ну, это стресс тоже, да, такой. И ты срываешься, да. На близких, да. Она как бы душа, она начинает терпеть. Ну, то есть терпеть, она видит, что человек, личность, она как бы вот в другом направлении. То есть они, разъединение идет на уровне личности и души. Там, личности нужна, например, там, деньги, там, еще что-то, какие-то такие вот. А душе-то это не нужно. То есть она не унесет с собой эти деньги. Ей нужна любовь, ей нужны объятия, ей нужны человеческие отношения, чистота этих отношений. Да? Ну, обычные человеческие вот, качества, которые... мы с собой вот как опыт багаж унесем, да, как наше расширение вот, духовное, да, зачем мы сюда? И поэтому вот этот резонанс, он начинает придавливать душу, и в какой-то момент душа начинает рвать, она начинает страдать, просто она начинает разрываться, потому что очень много мы изменяем. И также то же самое... Можем справиться с этим, правильно? И дальше начинается какой-то тупик. Мы сами не можем как-то выйти из этого, да? Ну, я... Да. Тем более, да. Я знаю, там, знаешь, вот
многодетных там, да, даже есть одинокие, которые еще больше даже страдают, потому что многодетным некогда. Ну, вообще, вот это вот человек остается один с собой, начинает накручивать то, что вот жизнь прошла мимо, как Сергей Александрович Соловьев говорит, ЖПМ, да? Он говорит, что ты плачешь там? ЖПМ? Я говорю, что это такое, Сергей Александрович? Говорит, жизнь прошла мимо, но ты знаешь его, да? Да, конечно. Шутки. Его видела, когда в Москве была. Когда мы с тобой в Питере не встретились, помнишь, вот в этот год? Да. Он даже старенький такой стал, но его мозг мощный, и чувство юмора, это невероятно. Ну вот, да, и я представляю вот этих женщин, да, которые, ну как, некоторые вообще не справляются, там это вообще заканчивается суицидом, да, ну, немало примеров. А как справиться? Вот, ну, понятно, ну, я не знаю, как вот женщине в мегаполисе, например, да, ну, понятно, что женщина должна все равно вырываться, да, делать себе какие-то перерывы, когда она может заниматься собой, своими какими-то чувствами, своими эмоциями, да, просто даже расслабиться очень важно, наверное. Да, да, вот это вот самое первое, то, о чем я... Они не могут расслабиться, знаешь, вот просто да. Не могут. А расслабиться это тоже не значит, что лечь там просто, да, и лежать. Можно, да, можно. Лежа и не расслабляться никак, думать постоянно. Да, что все время у тебя ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ну, вот медитация, да, вот ты скажи, ты, ну как, увлеклась медитацией уже, получается, с Петербурга, да? Да. Йогой, ну, медитацией. Да, еще вот, я думаю, что очень глубокое у меня пошло погружение, как Ева у меня родилась, я стала прям практиковать каждый день. И я очищала ментальное сознание. И параллельно я очищала тело. Я перестала все это есть, пить. И стала практиковать. И у меня постепенно началась, как знаешь, как облака над головой начали рассеиваться, и я стала чувствовать реальную информацию божественную. Ну, то есть, вот как мне, как, да, кто-то начал меня как бы вести дальше. И я вот. И так как у меня я такой человек смелый, наверное, да. То есть какой-то вот... И поэтому я последовала очень легко, но я понимаю, что многим людям действительно так вот оторваться и не нужно. Нужно потихонечку все делать, чтобы не травмировать себя, свою личную жизнь, ну, близких там тоже, да. Да, представляешь, сейчас девчонки все, кто посмотрел эфир, такие говорят, все, пакуем чемоданы, едем на Бали. К Женьке он это, практиковаться. Да, можно все начинать дома, прям вот, прям здесь, прям сейчас начинать чувствовать свое дыхание, чувствовать тело свое, да, и вот, ты как актриса, я уверена, что ты знаешь очень много практик, которые позволяют тебе переключаться быстро, да, из одного состояния. Ну, у меня вообще концентрация, мне кажется, самая, ну, как-то важная, да, ну. То есть раз и все, и у тебя как бы все спрашивают, как я быстро так учу тексты, да. Я практически там не учу, если там не огромные монологи. То есть это, ну, там, я сажусь на грим, и мне там, ну, приносят, который, ну, текст, который я уже, в принципе, читала, как, ну, и видела. Но вот именно сам момент вот этого погружения, это 100% концентрация. То есть перестает для меня существовать все остальное. И вот у меня сейчас по мысли, да, я думаю, так, что я говорю, о чем я говорю, не заучиваю текст просто, бла-бла-бла. То есть погружение как бы туда, мысль, да, это все концентрация. И, ну, как вот насчет медитации, да, вот мы такие, я вот тоже сейчас медитировать, у меня все время там, ой, там, надо вытащить из стиралки белье, ну, знаешь, у детей есть ключи. Ну, знаешь, вот такая какая-нибудь фигня, которая вдруг начинает предательски тебе, ну, мешать это делать, да? Просто... Да. Смотри, в медитацию, когда... Медитация вообще переводится как любовь к себе. Ты садишься или ложишься, разные варианты есть, как тебе удобно. Важно, чтобы спина прямая была, чтобы течение энергии было такое прям просто свободное. И... проявляешь себе, к себе эту любовь. Ну, то есть забываешь, ну, то есть, о ком-то другом и даешь себе время лично. Ну, то есть и ты уже понимаешь, что ты с этим пришла. И потом еще в медитации важно понять, с каким намерением ты заходишь туда, что ты хочешь.
Не просто так вот сесть и То есть тебе нужно бороться. сформулировать точно, да, какой-то вот. Да. Ты вот понимаешь, что у меня сейчас на повестке стоит вот такое, например, ну, допустим, чувство какой-то тревоги, да? Сейчас у многих людей тревожность. Потому что Тревожно. такое. И ты начинаешь и также концентрироваться на это чувство тревожности свое, но включать еще параллельно наблюдателя, того, кто наблюдает, отождествляться как бы с собой, да, как вот у Станиславского тоже, да, есть наблюдатель. Это вообще одно и то же, по сути. Я сначала прочитала книги Станиславского, а потом медитацией занялась. Но я думаю, что все это как-то оно сплелось тоже в голове, потому что Интересно, слышу, да. да, наблюдатель, потому что он вот ты растождествляешься со своей болью внутри, ты видишь ее, растождествляешься и наблюдаешь за ней, и вот ты уже больше, наблюдатель всегда больше, он большой. И включаешь еще потом любовь к себе, когда ты понимаешь, что начинаешь по-настоящему себя видеть, свою личность, да, свою личность, которую выстроила социум, родители, какие они были, почему, по каким причинам они это делали. Начинаешь внутрь себя заходить и видеть, как ты действуешь в этом мире. И начинаешь чувствовать, и вот эти страдания начинают приходить, да, и их рассматриваешь. И рассматриваешь с большой любовью. И вот эта любовь, на которую ты себя смотришь, вот просто вот тревога, и ты с любовью наблюдаешь эту тревогу. И это уже момент трансмутации энергии, то есть сразу начинает происходить преобразование. То есть вот эта темная туча, она сразу начинает рассеиваться в буквальном смысле, если рассматривать ее видением тонким. То есть это очень все просто. Важно просто верить себе и заходить в себя и понимать, что все возможно. Любое состояние, любая проблема, которая тревожит, да. Потому что вот очень часто бывают люди, что их что-то тревожит. Например, в прошлом, да, это вообще самое такое оттягивающее ну, как время, жизнь, забирающее жизнь, состояние, когда ты тревожишься о прошлом, не можешь что-то отпустить. Но в настоящем-то этого нет. Ты просто начинаешь выбиваться из потока настоящего, из потока, где это время, собственно, оно и творится, где его нет еще. И когда ты входишь в этот, когда ты находишься в настоящем, то 99,9% проблем, их просто нет. Если... Да. Бывают, конечно, случаи, когда прям вот какие-то прям моменты, да. Но в основном человек тревожится же, когда у него все нормально, он сидит дома, там, он, может быть, с друзьями, и у него эта внутренняя тревога, как такой некий фон. И вот с этим фоном очень круто поработать просто. Отследить, откуда этот фон вообще взялся у него. И так как я еще потом, у меня был огромный период моего увлечения, это шаманизм, я исследовала разные растения, аделики, вот, и сознанием работала. Я это все видела визуально, как это происходит. То есть для меня это совершенно четко, явно и понятно, как энергии внутри с помощью вот мы сами можем их трансформировать. И как это моментально влияет на тело. Потому что тело и дух, они — это единство. Мы привыкли разделять тело, дух, душа. Но на самом деле это единый организм. Если у нас внутри, в сознании в нашем происходит трансформация, мы что-то осознали, получили озарение и увидели, и дали этому внимание и любовь, это сразу прогружается в тело, и тело исцеляется. Так работает психосоматика. И я вот как раз, когда уехала в Таиланд, я занималась психосоматическим, сейчас скажу, такая техника жреческая, древняя, мне передали ее. Но она называется уже современно резонансный психосоматический не массаж. Это экстрасенсорика и телесная практика. То есть Это как? прощупывала, да, я прощупывала тело локтем, как таким, локоть, как, знаешь, такой, как датчик. Это очень безопасно. На какие-то точки, да, получается? Да, да, Как человек опорная такая история, только ну, локоть. как бы вот просматривала через свой третий глаз, да, свое видение, чувственное, экстрасенсорное. Где нуждается вот в этом, да, вот этой точке нажатия или что, да? Да, я прям считывала вот эти локации в теле,
плотные. И начинала их, как бы вот у меня сильное знание, я начинала просто в них проникать и исследовать их туда. И мне всплывали картинки, образы, и я это все в потоке говорила человеку. Он это все видел, понимал причину его боли. Обычно я нажимала туда, куда надо, понимаешь? И даже не спрашивала, какие проблемы, просто человек ложился и происходил. И то есть и мое тело, и моя вот это умение отдаться потоку жизни, да, просто пропустить через себя жизнь и потерять как бы себя на время, как знаешь, канал такой. Вот как ты в театре играешь, ты же не Катя Волкова на сцене, ты там героиня, да. И то самое я вот делала, практически проводила этот канал и считывала. И в этот момент меня не существовало. И происходила такая магия, мистерия жизни. То есть начинались подниматься слои, человек мог зарыдать, там, закричать, там, вот, все это вот, вплоть до экзорцизма у меня эксперименты. То есть это тоже вот такие вот истории. Ну, Поэтому... скажи, ты начала как бы вот эти знания как-то, ну как, они нуждались в каком-то оформлении, да? Да, они нуждались в оформлении, и я очень, ну, так сказать, долго ну, у меня есть дети, они достаточно большое время занимают, и в Таиланде я занималась больше таким отшельничеством. Я прям вот ушла, у меня эти практики, медитации, я вот это отшельничество. Когда я переехала на Бали, началась какая-то активизация, и творческий поток пошел, и я встретила ребята, продюсеры школы тайной жизни, они сказали, давай что-то сделай. Я так думаю, что я буду делать? Я придумала курс, который уже для группы людей, для женщин первый, это алхимия молодости и красоты. Я рассмотрела эту тему из глубины и глубин. Как это вообще можно? Для того, чтобы дать понимание женщинам в каждой медитации вообще, какие слои у нее есть. Первый слой там, допустим, мы исследуем перинатальный слой. И так как она в утробе матери себя чувствовала, любила ее мать тогда, или она вообще не вовремя там пришла, или на аборт вообще делать. Да, вообще очень жестко. Второй раз, когда абортированные дети приходят, у них такой бэкграунд тоже существует, они боятся. Тех, которые хотели, как-то надумали. Да, боятся темноты, например. То Ну, есть там... дети там чувствуют, да, в утробе уже тогда они в связи. И знаешь, когда я вот рожала своих детей, я же очень глубоко исследовала тему вообще перинатальную. И там такой факт мне очень понравился, то есть импринтинг. Ребенок рождается, и первая секунда самая важная и значимая в его жизни, понимаешь? Просто. Вот, а дальше вот время, оно уже начинает как бы уже А ты на... Еву рожала в роддоме, или доме? Нет, Еву рожал на Рубинштейна у нас в ванной. Да? Какая ты смелая, Женя. Это же вообще... Это были первые роды во сколько лет? 25 мне было. Да, первые роды, причем я когда узнала про это, я поняла, что у меня вообще даже просто даже мыслей нет, какой роддом вообще. Я помню, мы с Волком едем, он такой за рулем едет, я говорю, слушай, говорит, знаешь, а я уже беременная, я буду рожать дома. Он такой машину такой тормознул, ты говоришь, что? Вот. Подожди, стоп, 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 вот тебе маленькая брат, там как-то, да, Фомин, Михаил Фомин, да, домашние роды, здоровый малыш. Я говорю, подожди, ничего не говори, вот на тебе брошюрка. И он такой схватил эту брошюрку, съел ее быстренько, ну, потому что он же такой, в общем, такой щепетильный папа, ну, то есть он любит очень детей, и это ему важно. И он сказал, и потом мне такой, вообще просто, только домашние роды. Представляешь? И Ну, мы то есть вот так... как прям ребенок, а Евочка появилась, свечи, там, как вот там, Музыка. музычка, да, все прекрасное, прекрасный мир пришла, да. Не то, что там шлепнули по попке, да, яркий свет, и у всех Да. потом Представляете, воспоминания. начинается жизнь, да, у человека. Его вытащили какие-то странные люди, которые ему вообще абсолютно по барабану, там на потоке, да, там конвейер такой. Особенно, знаешь, классный фильм там про роды.
типа в стиле Барака он был такой фильм, и там рассказывается про то, как женщины рожают в мире. Кстати, вот, к сожалению, название не помню. И показывали там Азию. В Азии вообще же, и там в основном очень много кесарева делают, там как конвейерное производство людей. Отрезали, все раз, все зашили, да? А как бы конвейер выбирает, когда тебе рожать. Ну, то есть, как бы у тебя, вот, ну, то есть, все в потоке в таком идут, матричном, таком искусственно созданном потоке, ненатуральном. И, соответственно, представляешь, и вот эта вот первая минута, знаешь, там есть вот это импринтинг, это когда вот эта первая матрица, которая запечатлевается в человеке, она состоит не только из визуала, но и из чувств, из всего вообще. То есть полное включение, включенность всех сенсоров, такие сразу пук. И вот это первая история, которая... И эксперименты на животных, когда проводили, например, цыпленок рождается, и он первое то, что он видит, это становится его мамой, движущийся предмет. Когда он видит движущуюся коробку, он потом курицу не воспринимает как маму. То есть он потом идет не к женщине. Ну, то есть ребенок рожденный, допустим, девочка, да, не идет ни к матери за исцелением, она идет в больницу за исцелением, да, когда вот. И вот этот коннект, он между матерью и ребенком, он вот нарушается уже там в роддоме. Это нарушение вот этого взаимодействия. То есть люди вот в таком эксперименте живут. Вот. И когда я это осознала, я поняла, что я вот человек, который любит природу, который вот готов искренне понять, что здесь на самом деле происходит. Искренне принять смерть и рождение, допустим, как оно есть, да. И перестать бояться этого всего. И старости, и смерти, и всего-всего. То, что может быть с таким, знаешь, глубоким принятием вообще к миру. И я решила это сделать, потому что я не видела другого просто пути это делать для себя. Потому что я понимала, что тогда да нечестно все для меня. Я женщина, я хочу родить так, как я хочу. Я это сделала, у меня даже были роды достаточно, ну, как сказать, непростые. Не буду говорить детали, потому что это тоже такой сакральный момент, но которая в тот момент приняла больше 1000 родов, самая известная в Санкт-Петербурге, так уж случилось, что она сказала, что она уже под конец сдалась, сказала, что давай что-то делать, стимулировать. Я сказала, нет, это все равно все сделала так, как я хочу. И она потом мне просто выдала внегласно, что герой. Женя, ты герой. Да, она такая вот мужу подошла, сказала, как это все было, вот ты герой. Но я рада, потому что это я проработала эту карму, понимаешь? Я как будто вот из себя вычистила это все. Я вот вместе с этим волей, силой и вот этим преодолением, да, которая вот осознанно на это пошла, понимаю, для чего мне это нужно. Я это вычистила все. И вторые роды у меня уже проходили на 50 на 50 в оргазме. Они уже были схватки оргазмические. Представляешь, как можно это все перетрансформировать? Потому что природа боли и оргазма, да, это одна и та же. В зависимости от того, как мы можем переключать наше сознание. И ты это знаешь, да, там ты можешь сейчас взять и заплакать. Вон рука, понимаешь? Вот. То же самое с нашим сознанием. Это безумно интересно. Это мы можем применять эти практики просто в своей жизни для того, чтобы ее улучшать. И исцелять также. Уже не идти. Мы сейчас видим, что у нас происходит с медициной, да? Ты видел, кстати, круглый стол, который проводила Мария? О, Господи. Захарова. Нет, не Захарова, а Шукшина. Мария Шукшина. Не смотрела вот этот круглый стол? Вот. Это потрясающий круглый стол о том вообще, что происходит сейчас, что это за пандемия у нас. И она собрала вообще каких-то невероятных ученых, военных ученых, просто вот целый такой просто исчерпывающий. По-моему, я видела, да, но я, ну, так вот. Я тоже подписана, смотрю, она всегда бьет в набат, в колокола, что-то происходит нехорошее. Да, ну вот она такая миссионерка, она включилась в такую вот миссию свою. И там, ну, просто, ну как это после того, что я посмотрела, да, ну как это, ну,
Ясно, уже просто уже люди, авторитетные люди, они в шоке, что происходит, да? А как можно доверять этой матрице системы, которая уже против человека, то есть включила какие-то механизмы. Это время, когда мы просто обращаем внутрь себя свое внимание и начинаем манифестировать свою волю, то, что мы хотим. Не быть рабами, да, работать и говорят, и винтиком системы, а просто понять и почувствовать, кто я, зачем я пришел и почему я здесь, и что я несу, какую энергию. И вот любые практики, вот такие погружения в себя, они помогают исцелить себя и найти себя. Слушай, у нас с тобой осталось всего 20 минут, а я обещала девочкам нашим всем, что ты нам какую-то медитацию дашь и расскажешь еще подробнее про курсы. И всем девчонкам, которые заинтересовались, вот Женя, ее вообще, посмотрите, какая она красотка. Знаете, как это, пример всегда заразительный и не только дурной. Я надеюсь, и положительный. Вот, подписывайтесь на Женю. У нее, в принципе, у тебя все, наверное, страницы, ссылки все есть, да? Да, у меня в шапке профиля есть ссылка на курс «Алхимия молодости и красоты». Катя, я тебе с большой любовью дарю участие в этом курсе. Когда ты пожелаешь, можешь прямо в общем потоке с нами медитировать. С Можешь... удовольствием, да. И в общем потоке тоже. Чем больше Да. поток, тем больше энергии. Это правда, да. Когда мы в группе собираемся, включаемся в чат, и вот этот идет обмен, и просто вдохновение, очень сильные трансформации происходят. Вот. Но это можно и в записи делать, и многие женщины делают одну и ту же медитацию даже вот спустя месяц или два, или когда они вспомнят, и они могут проследить, какая с ними трансформация в этом ключе произошла спустя время. Потому что вот ты получаешь озарение, оно потом начинает менять твою жизнь, потом уже на новом уровне можешь еще раз посмотреть, какой ты стала, как ты воспринимаешь уже, и войти на новую глубину. Вот. Это Да, очень интересно. у меня тоже старшая дочка очень увлекается всем, и танцами, она увлекается йогой, вот, и она, я думаю, что мы вместе с ней, это тоже такое прекрасное время, когда можно объединиться с дочерью, да. Да, если числа будет, вот с завтрашнего дня будет время для того, чтобы помедитировать. Я смотрю, ты на даче, поэтому Да, вполне. я на дачу приехала, даже у меня есть перерыв. Слава Богу, я могу, вот как ты говоришь, что я чувствую себе, вот необходимо мне хотя бы вот сейчас неделька, да, вот чтобы я выдохнула, вот хотя бы, я там занимаюсь цветами, у меня есть хобби там всякие, там, ну, у меня есть Вау, животные, красиво. вот, сажаю всякие красивые, ну, как сейчас у нас тут рассада, потом я уже планирую, думаю, так, здесь у меня будет клумба, ну, то есть мое такое хобби, Ясно. творческий процесс, я люблю сажать, я не знаю, сажать цветы, деревья, и когда они начинают цвести, это тоже для меня вот такие подарки, да, ну, сначала я их там подкармливаю чем-то, да, вкусненькие, ну, там, удобрения или какие-нибудь там органические даю, потом я смотрю, как они начинают тебя благодарить, и я понимаю, что это круговорот жизни такой, чем больше ты отдаешь, ну, как бы, любви, да, тем больше тебе приходит, это ну, неумолимый такой процесс. И он очень женский, ну, такой какой-то, ну, Да. земля, мать, семя, ты посадил, взрастил, оно тебе начало цвести, потом дало плоды, да, вот этот цикл, он, конечно, мне, например, он меня как-то расслабляет, ну, вот так вот. Вот, моя такая медитация. Ну, что, проводим медитацию, покажешь, что нам надо сесть просто, да? А скажи, пожалуйста, давай вот раз мы с намерением заходим, скажи, что как жрицу тебя возьмем в пространстве, что ты Да. хочешь, какое Как состояние? передать, да, ну как вот тревожность, да, страхи убрать, знаешь, когда вот у меня, ну вот мне позавчера у меня был день рождения, спасибо за поздравления, все такое, спасибо всем, я просто все равно, знаешь, как вот этот страх, ну возраста, да, вот как мне 47 лет исполнилось, да, Как следующий день. Я говорю, будет мне 48, ну понимаешь, потом 50. И я понимаю, что это страх. Как с этим справиться? То тогда медитация на страх возраста, на источник вот, Да. да?
Посмотрим, интересно, я думаю, что это такая прям... Да, особенно, знаешь, для актрисы это вообще возраст. Конечно, я уже смотрю там, да, где-то там на экране, там, думаю, так, знаешь, как Дориан Грей, ну, как бы вот, вдруг я вижу там светом подчеркнута какая-то моя еще одна морщина, да, и у меня, я понимаю, что я в какой-то панике нахожусь внутренней. И как с ним справиться? И я думаю, что я не одна такая, не только актриса. Все женщины, которые бегут к пластическим хирургам, а их ну, миллионы, особенно сейчас, ну, в тенденции такой, что ой, да мы вам тут вколем, тут вам выколем, да, ну, и все будет нормально. Но это же опять такая, как подсаживание, ну, ты без этого потом не сможешь, да? Но самое главное, это же, как я всегда говорю и уверена, что красота идет все равно изнутри. Какой ты человек, чем ты живешь, чем ты. Что ты смотришь, да, на красоту, что ты видишь. Некоторые увидят в одном, как в Индию, я помню, люди приезжали, кто-то видел как бы красоту, а кто-то видел помойки, да, там, ну. Поэтому мы сами выбираем, что видеть, красоту или помойки. Снять свои глаза. Еще. Чем наполнять свои глаза, какой... Да. Я поэтому говорю, что очень важно детям показывать красоту, ну, как бы у них формируется от этого впечатления всегда, ну, богатый внутренний мир. Ну, а люди отдыхают, когда видят красоту. Говорят, ну, как впечатление, они тебя ну, растят, ты растешь, когда ты видишь впечатление. Ты увидела там какую-то потрясающую гору, там, ты забралась на нее, да, потратила какую-то, там, шла по тропинке, устала, и ты вот ты на вершине, и она тебе благодарит за то, что ты сделала вот эти шаги, о которых ты забудешь. Ты на самом деле подкачала тело в это время и сделала хорошую, ну, гимнастику, да? Но когда ты приходишь, ты уже забываешь, когда после родов ты сразу забываешь боль, потому что у тебя приходит счастье, да? Ну, к тебе это нравится. И вот так же ты забираешься на вершину. Все, ты уже идешь, идешь 4 часа, уже думаешь, все, уже не могу, сил нету. Кислородное голодание, да, но все равно, когда ты, нет, я все-таки доберусь до этой вершины, и вот когда ты приходишь, и перед тобой просто вот это, и вот оно тебя наполняет, и еще труд, понимаешь, как бы ты собой вроде как, ты герой такой, да, чуть-чуть, ну, как бы я это сделала, да, я, вот никто, вот они не поднялись там, да, а я вот это сделала, и я, мне подарок, и все то, что мы сами делаем, все, ну, главное видеть это, Да, это правда. уметь. Как и сердце. Девчонки там пишут, нам сердечки, сердечки, красота души исходит, какая-то душа, такая внешняя оболочка. Катюша, ла-ла-ла. Да, в общем, короче, девчонкам нравится эфир. Я Нравится. думаю, что не может не нравиться, потому что действительно, Жень, ты такая просто невероятная, как бы, и такая, ну, как бы, таких, мне кажется, не бывает. Ну, просто такая честная, ну, какая-то чистая, какая-то такая настоящая. Без вот этих всех, знаешь, что я вот эти все курсы боюсь, там вот эти все шарлатаны, говорят, я вас научу, заходите мне на курс. Но ты своим как бы опытом, своей жизненной вот этой вот истории от, ну, как бы вот в Питере, как ты говоришь, я поняла, что все, меня это убивает. Я хочу все изменить, да, и твоя вот этот, вот этот момент, старт такой, да, вдруг у тебя импульс, который вы вышел, ну, сколько вы жили на Пангане, да, сейчас вы переехали на Бали, да, или как, и вы и так. Больше 5 лет у нас получилось Вот, прожить. знаешь, вот этот путь от импульса, да, который прошла ты сама, ты не по книжкам, не почему. А, кстати, Женя написала прекрасную детскую книгу «Лунный принц», да, расскажи. Да, расскажу. Это детская сказка «Лунный принц», про дом и про путешествие, и про дом внутри, который можно найти только внутри себя. Потому что я вот такой космический странник, и я всегда ищу этот дом внутри. И всегда искала. И всегда вот мой путь, он именно двигал меня на пути к этому дому внутри. И в какой-то момент я поняла, что только там можно его обрести по-настоящему, найти эту внутреннюю гармонию этого дома, и что дом — мой мир, да, вот это Земля, это Вселенная, это космос. И это такая сказка, очень написанная достаточно трогательным языком, который можно
читать детям, но в то же время я ее и плачут взрослые, когда они да, там какие-то трогательные моменты, я прям всегда, всегда такие обратные связи, что что-то вот задевает какие-то струны души такие теплые, именно материнские такие. И там много юмора, приключений, каких-то шуток. Вот. И, кстати, ты знаешь, что один из главных героев, его зовут Бруль. Это по Вильяму Брую я взяла этот образ. А, Бруль! Класс, класс. Да, этот волшебный Бруль. Такой же. Такой же смешной. Да, Вильям — это художник, волшебник, который рисует кляксы, которые движутся. Это недалеко от истины. Там такая история, что он очень плохо рисовал в школе, его все время говорили, что ты за кляксы делаешь. А потом в какой-то момент кляксы ожили, там вообще всех перепугали. И он стал вот. Такая вот история. Ее, кстати, можно приобрести, заказать ее в Book24, она продается и на Литрес. Эксмо, да, по-моему. Эксмо. Да, да, Book24 и сейчас скажу еще Лабиринт, вот эти две. Я, слушай, я когда, ну, готовилась к нашей, ну, там, как успела, да, вчера посмотрела, очень смешно было, там, что только не пишет, там, ну, там, и целительница, потом написано Евгений Волк, шарлатан или правда? Или правда, прикольно. Да, шарлатан или она правда может, ну, типа такое. Ну, чего, давай да. Покажем, у нас, смотри, с тобой вообще чуть-чуть, маленькую, да. Или что, или отдельно запишем с тобой. Да, можем, кстати, и я еще могу дать в подарок одну или две медитации, вот, в подарок, да, может быть, кто захочет медитацию, тогда пишите мне в личные сообщения, я сделаю рассылку. Вот, ну, просто. Подарок делай, Женя, девчонки, пишите, да. Пока. Доброе, что? Доброе. Да. Всегда. И... Но видишь как. Я очень рада, что тебя видела. Я так думаю, что мы не успеем. Там медитация минут 15, наверное, да? Слушай, ну, мы сделаем настройку. Я сейчас просто покажу, да, допустим, покажи. В старости, как что мы его определим. Да? И вот сделаем, да. Как бы так. В этой настройке можно любые вот эмоции отслеживать. Угу. Можно сесть с прямой спинкой. Я... И почувствовать свое дыхание. Первое, что нужно, это сонастроиться со своим телом и со своим дыханием. Связать тонкое с физическим. И почувствовать, как ноги уходят глубоко-глубоко-глубоко в самый центр земли. И прям соединиться с этой землей, войти в нее полностью и стать такой же большой и сильной. Почувствовать, как эта энергия проходит сквозь тебя и выходит вверх. Ощутить эту силу нашей планеты. И раскрыть цветок сверху на макушке и почувствовать, как этот цветок впитывает в себя солнце и огненную божественную энергию, поток космоса, космическую энергию. И соединить эти две стихии внутри себя, два этих потока. Затем почувствовать право, это поток ветра. Почувствовать, как ветер пронизывает, голубой такой, у каждого он свой, пронизывает справа налево. И почувствовать поток воды розового цвета, который пронизывает слева направо. И одновременно почувствовать эти две стихии. И теперь такая точка концентрации — соединить все стихии в центре, в сердце. Это происходит гармонизация наших внутренних стихий, и сейчас происходит гармонизация нашего тела. И мы начинаем дышать, чувствовать эту сонастройку со стихиями, гармонизироваться. Мы вошли в свой центр. Чувствуем единство. Теперь мы создаем намерение. Мы хотим, чтобы программы, те, которые вызывают страх старости,
потери красоты сейчас высветились в нашем поле. Вот прям почувствуйте ауры свои сейчас. Ауры, защищенные светом. Почувствуйте, как в них начинаются высвечиваться эти установки, программы, страхи. И как они вибрируют. Почувствуйте эту вибрацию. Что это за вибрация? Можно прям туда, в это облачко этих программ, прям занырнуть своим сознанием вовнутрь и почувствовать, что это за вибрация, какое чувство ты испытываешь, когда ты находишься в том, что уже отслужило, что отжило себя и хочешь освободиться. И для каждого человека это своя будет вибрация. Вот сейчас мы каждой своей собственной практике сонастроимся с этой вибрацией. Что это за энергия, которая тянет нас туда? И начинаем наблюдать за этой энергией. И вот включаем наблюдателя со стороны, начинаем смотреть, что же происходит внутри нас, когда мы включаем свое сердце и с любовью наблюдаем за той, которая боится потерять свою красоту. Так, все, смотри. Спасибо. Ну вот. Мы, ну, это примерно, да? Мы, короче, это надо все равно, чтобы не было, ну, зрителей. Понятно, это все работа сам, ну, с собой, как бы. Я очень тебе благодарна за курс. Я думаю, что, в смысле, и курс, который я обязательно воспользуюсь твоим подарком. А, да. Вот как раз у меня сейчас время. А, да, говори. Пришли с твоей почты. Да, спасибо зрителям огромное. Я обязательно сохраню эфир. Здесь столько вопросов, Жень. Вот, я... Тебе уже пора. А? Ты расскажешь какие-то свои творческие планы, что у тебя происходит, может быть? Ой, слушай, ну я все время делюсь на странице творческими планами. Мне интересно было, чтобы зрители познакомились с тобой. Я тебя тоже 100 лет не видела. Утверждаюсь в том, что ты, конечно, просто идеальная какая-то. И хочется следовать твоему примеру. И я то, что вот сейчас решила прям, ну, как бы попаститься, да, на всяком случае я отказываюсь вот от животного, ну, пока мяса и животных белков, и надеюсь, это тоже, ну, как бы придаст мне и легкости, и молодости, и это, прежде всего, ну, как бы даже не связано, может, с постом, а связано с сознанием того, что нужно уже это перестать делать, и это пойдет только на благо. Да, да. Еще мне приходит для тебя дыхание. Прям подыши. Я вот прям еще для тебя пришло. Прям ты же еще на даче подыши воздухом. Концентрация на дыхании, на кончике носа еще и... Ты дыхание, что... да, очень важно. Человек, еда у человека — это не основной источник питания. Мы можем подышать и уже насладиться любовью этой, которую мы от еды это получаем. Правда. Ну все, у нас сейчас сохраняем эфир. Спасибо всем большое, Женька. Давай, мы с тобой еще созвонимся, еще ты мне подробнее расскажешь. Если этого будет мало, мы еще сделаем прямой эфир. Да, да, мне так... Да, да, очень чудесно. Знаешь, как это? Я, говорит, я не договорила, знаешь, по козу. Коза, которая нарисована, там, на залезла, на горная коза еще... И говорит другой козе, там, я не договорила. Она от нее уже, говорит, все, все. Нет, говорит, я не договорила. У нас в каких-то образах, каких-то вот, каких-нибудь смешных поговорили. Да? Да? Ну, не знаю, как-то, знаешь, о духовном прикольно разговаривать как-то. Да, да. Не, ну просто нам хотелось бы еще увидеть там какую-нибудь красоту твою, Бали. Да. Потому что мы это уже все устали, как бы, от нашей зимы, которая выдалась очень снежной, холодной, в общем, никак не хочет уходить. Мы все уже тут как-то молим, весна, весна, приди. Сжигаем. Да. Масли.
Хочется уже глазу какой-нибудь, ну, красоты, видишь, а пока границы так не особо открыты, но... На Бали можно влететь сейчас. Они сделали такой дорогой тариф, можно, если прям вот хочешь, то это можно сделать. Ну, Так что. надеюсь, ну, просто видишь, как работу набрала опять. Ну, я надеюсь, может, и приеду на Бали. Вообще. Да. Угу. Ну Я все, у нас час, чтобы у нас не пропал эфир, мы закругляемся. Спасибо всем огромное. Подписывайтесь на Женю. Внимание. Пока, пока, пока. Так. Спасибо.